Мы здесь первый день, и мы уже в шоке. Такого уикенда у вас еще не было. Мы приехали в рай. Мы в раю. Мы в раю, как я и говорил. Как я и говорил, мы в раю. Но мы реально находимся в раю. Друзья, мы едем, едем, едем в самое крутое место в стране. Будете угадывать, куда. Скоро будем не просто отдыхать, будем еще поправлять свое здоровье. Сейчас выбираете, какого типа, просто почилить, полежать, или снять стресс, или пройти какой-то детокс, или похудеть. Я думаю, сейчас именно такие отдыхи, они будут очень актуальны. Заряжайте здоровье, мы за этим и едем. Оставайтесь на канале. Друзья, шестое чувство. Six Sense, Камалая, Ша, Марбел – это лучшие спа-курорты в мире. И не просто спа, а medical spa, где вы можете восстановить свое здоровье. А мы находимся, друзья, мы находимся в раю. Мы сюда очень тяжело попадали через ад. Мы приехали в рай. Но мы реально находимся в раю. Это одно из топовых мест в стране, и не только в стране. Я считаю, что одно из топовых мест в мире. Мы только приехали, у нас будет длинный уикенд. И мы попробуем разобраться, почему оно занимает такое серьезное место, почему оно стоит столько денег и что мы будем туда проходить. Мы пройдем все процедуры, как всегда, на себе. Мы будем питаться правильно. Мы поймем, что здесь делают, в каком объеме и насколько качественно. Мы уже сегодня были у доктора, мы уже были у травматолога. Оказывается, у меня неправильный подъем. Мы уже были сегодня, я делал гидромассажную ванну. Что еще надо в жизни? Потом обертывание в спирулине. Обертывание со спирулиной. Вы давно это делали? И потом душ Шарко. Мне больно, все равно. И еще до этого лимфодренажный массаж. Если я, например, чернопруга, мне зачем там застой, а не голову, то робить. Просто взрыв по лимфосистеме, просто удар по жиру и по детоксу. А моя диета, как мне объяснили, состоит всего лишь из 1200 калорий. Посмотрите, что я ел. Пока с чем я столкнулся. Вот первый день. Сумасшедший сервис. Комплекс заполнен, но людей почти нет. Это мне очень нравится. Ты не пересекаешься с людьми. Мне очень нравится то, что огромное внимание деталям. Мне очень нравится, что персонал вокруг тебя. Тут не возникает вопрос «пойдите туда», возникает вопрос «давайте я вас проведу». Не возникает вопрос «если что-то случится, я здесь». Возникает вопрос, что мы предупреждаем, мы провожаем, мы обязательно везде даем водичку, мы обязательно везде кладем, если это обертывание там, на голову, видите, у меня нет волос, на голову даем прохладное полотенце. То есть внимание к деталям сумасшедшее. Друзья, досмотрите до конца, подписывайтесь на канал. Пока что мы в раю. Такого уикенда у вас еще не было. Новый день. Кожа, смотрите, после вчерашних супер процедур обертывания и Шарко, просто вообще великолепная. Ой, сегодня тоже насыщенный день, с 8 утра до 8 вечера. У меня какие-то медицинские процедуры. Ух! Поэтому уже встаем. Такое утро сегодня. Ой, тепло, классно. Идем поднимать Мишку. Yeah, так вот живется, друзья, в президентском люксе.
Друзья, как я говорил, мы в раю. У нас президентский номер. Стоимость этого номера 1300, да? Чуть больше 1300 евро в сутки. 130, 140, 150 метров, наверное, квадратных, да, номер. Ну, понятно, это гостиная, я даже не знаю, сколько она здесь метров. Это гостевой туалет. Ну, стандартный туалет, все хорошо. Спальня сына. Его гардероб. Гардероб, когда-то у меня такая была кухня в квартире. Вот его спальня, королевская спальня. Я кайфую от этого кресла. У него есть персональный балкончик, конечно же. Ух, вид, да? Сумасшедший просто, друзья, ну сумасшедший вид. И это его самое главное развлечение, ванна. Такая ванна. Идем в мою комнату. Тоже небольшой гардероб. Вот у меня кровать попроще, как вы видите, попроще. Все, мы же простые люди. У меня тоже небольшой балкончик, вот такой с видом на лес. Но мне лично ванна не нравится. Я кайфую от душа. Вот такой душ, простенько, со вкусом. Друзья, не забывайте, мы в президентском люксе. От 1300 или 1300 евро за ночь. Лица аюрведический. 1 час 60 минут работали над моим лицом, шеей, масла, аюрведа, звуки. Все это было офигенно. Сейчас с Мишкой почилили в спа, походили на гидромассаж, бассейн, сауна, парная, полежали на горячих камнях. Слушайте, ну вот так, да, это где? Это у нас, в нашей стране. Мы в раю, друзья. Чего и вам желаю. А чему вообще медицина здесь? Откуда здесь взяла медицина? То есть, в принципе, концепция загородного классного курорта понятна. Откуда медицина? Наверное, привнесли это задумку сами акционеры. Один из акционеров является психологом, психоаналитиком. Ольга Филатова, и она зарождала это с самого начала в этом месте, такую вот комплексную программу, чтобы удовлетворяла все потребности людей. То есть само название ЭДЭМ, базовые ценности, к которым относится здоровье, а здоровье — это понятие обширное, то есть это и ментальное, и физическое, и социальное здоровье, и соответственно это все выходит в общее такое quality life. Мы поняли, что на самом деле это работает намного эффективнее, вот комплексный подход, чем, допустим, просто моноклиника, которая только занимается превентивной медициной. Или просто гольф-поле, или это просто школа здорового питания. И если это все отдельно, оно не работает настолько эффективно и полезно для человека, как если все оно находится в одном месте и предоставляется комплексно. Вот такой вот ресторан. Я практически один, потому что все уже, наверное, покушали. Смотрите, мишки из свеклы и овощной гратен. И сибас на пару. Такой детокс оливье.
пирог из огурца и дайкона. Значит, вот с утра начинаем с десерта. Интересно, да? Как по молодике. Морковина, овсяная. Друзья, ананасовые равиоли. Траву любите? Суп из брокколи. Как вы к ним относитесь? Для овощного министроне. Да. Это джекпот. Креветочки дали. Завтрак. Грибной крем-суп. В общем, если сорвался с детокса, то есть чем заняться. Есть куда пойти, есть что чем заняться. Традиционно утро, взвесились, позавтракали. Позавтракали по моей программе, позавтракали с Мишкой. Он кушает в другом ресторане, там совершенно другие блюда. Как я говорил, впереди две процедуры. Какая-то барометрия и массаж, и соляная комната, и опять обертывание. Походили по территории, полетали, виноградники, гольф, просто дорожка погулять, пляж. Просто можно выйти даже с территории, пойти, взять велосипеды, поехать. Везде есть гольф-кары, если надо подъехать. Поэтому все довольно-таки красиво и хорошо. По медицине. Походили, посмотрели медицинский центр, там очень много всякого разного оборудования. Все оборудование заточено на ваше долголетие, на вашу красоту, на ваше восстановление, на ваш детокс, на ваше улучшение самочувствия. Очень понравилось спа, в спа просто потрясающе, очень мало народу, баня, сауна, парная римская, контрастные души, камни горячие, классная чилл-зона, очень много аюрведы и различных массажей, очень много тайских комнат, очень много тайских массажей. Обалденный бассейн и обалденная джакузи, контрастные ванночки для ног. Что мне понравилось, вода, как она, джерельная, да, мягкая и такая, как будто соленая. То есть она действительно как морская вода. И мне это очень понравилось, сыну тоже, он кайфовал, потому что вода очень мягкая и очень кайфова. Полностью загруженная медицинская составляющая, вообще нет номеров. Но в то же время ты не встречаешь людей. Так много пространства, так разных много зон всяких для чила, для чего-то еще, для отдыха, для шахмат, для подумать, для библиотеки почитать. Ты просто находишь свое место, и ты, в принципе, не встречаешь людей. Максимум ты их иногда встречаешь. Я на завтраке встречаю одного человека, двух человек. На общем завтраке, где Миша кушает, может быть, 3-4 человека, да, не более. Мы сейчас немножко походим еще. Вы увидите, какая территория. Идут дожди, поэтому немножко мокро. Какой классный сосновый лес. Вообще просто сказка. Прям с соснового леса ты вышел с такой стропы здоровья. Вот так вот выходишь на пляжик. Вот такой пляж. Без сетки. Довольно-таки чистая вода, но потому что бетонный такой аккуратный вход. Песочек. Вы сами видите ресторан. Даже количество лежаков и, в принципе, место, оно не рассчитано под много людей. То есть ты всегда будешь здесь иметь privacy, да? У тебя всегда будет твоя личная территория. Даже расположение, оно явно не как в Одессе на Ибице, помните? То есть разве что не ставят лежаки вертикально, да? То есть у нас местечко вертикально. Вот здесь, конечно, такого нет. Здесь совсем другой уровень. Кстати, комары здесь такие же здоровые, такие же активные, как и люди. Поэтому обязательно берите что-то от комаров, потому что здесь твари те еще. Давайте скажем еще раз, для кого этот курорт. Я считаю, что это курорт для людей, которые состоялись не только потому, что у них есть деньги, а еще и потому, что они наконец-то начали думать о своем здоровье. У них наконец-то появилось время на это. Они думают о своих родителях, они думают о том, что жизнь сейчас надо долго и качественно. И эти люди выбирают этот курорт, этот спа, этот меди-спа, да, и они приезжают сюда и тратят свое время и деньги не просто на то, чтобы почилить, попить, походить, но еще восстановить здоровье, добавить несколько лет своей жизни, восстановить то, что было
потрачено на стресс, на работу. И здесь они получают реальное расслабление, реальный эффект. Я просто видел нескольких гостей, которые действительно, работая в медицинской программе, они полноценно там прям переживают. А вот я не успел, там отменился массаж какой-то, да, давайте его обязательно сделаем, там, на какой. О, а рефлексология там, она такая сильная или слабая? О, точно, она ж классная такая, да. И вот все это видно, и люди очень сильно беспокоятся об этом, заботятся. Я вижу и молодых людей, их, конечно, меньше, но они, в принципе, наверное, с родителями приезжают и ходят здесь. Не забывайте, что здесь концепция 12+, детей. Не потому, что детей не любят, а потому что дети все-таки, конечно, сильно отвлекают, и им постоянно нужен какой-то экшен. И, естественно, если набить пару 12-летних монстров или 13-летних, или 10-летних в бассейн, то мы знаем, что там получится из спа, получится этот самый аквапарк. Именно поэтому такая концепция, чтобы все-таки родители отдыхали, в том числе и детей. У меня двое, да, и все прекрасно знают, что такой отдых тоже нужен. Я подумал, что они настоящие. Они настоящие! Вы видели? Короче, друзья, шок, шок-контент. Как говорит Миша, шок-контент. Я думал, это статуи. И они начали двигаться, эти статуи. Оказались олени. Вы видели оленей? В шоке просто. Класс! Ну, этот лес просто потрясающий, друзья, посмотрите на него. Да, друзья, если пойдете сюда читать книжку, не забудьте обязательно опрыскаться полностью от комаров, потому что комары сидят и вас, и вашу книжку. Вот, кстати, поле для футбола. А, для тенниса, извините. И для футбола. Персонал действительно очень внимательный, очень доброжелательный. И действительно хочет помочь. Вот наш корпус, вон наш номер. Судя по всему, здесь несколько люксов. В одном живем мы. Явно мужчина и женщина. Идем дельфином. Территория выглядит на сайте намного проще, чем есть на самом деле. Вживую все выглядит намного круче. Такие дельфинчики. Главная ошибка, я считаю, что если кто-то строит такие похожие центры и делает их без большой территории, то это не рабочая история. То есть все концепции санатория, детокс, анти-эйдж, я не знаю, восстановление, спа, медикал, вся история, она обязательно с наличием большой территории. Если ты не гуляешь, если ты не двигаешься, ты залипаешь и все. Поэтому здесь все грамотно сделано. Рыба здесь, конечно, кишит, друзья, просто ее нереально. Кстати, у меня такая сумочка, выдали ее в первый день. В ней была бутылочка для воды, ежа для шкиры, какой-то крутой крем, который делает сами Эдем. В нем еще была твоя медицинская книжка, потом покажу ее, когда мы закончим. Хотите, проговорю буквально пару минусов, пока которые я лично заметил. Рестораны, которые не на программе медицинской, а просто рестораны. Меню интересное, порции нормальные, ненормальные. Цены такие хорошие, высокие цены киевского ресторана. Готовят долго, долговато. То есть, по моему ощущению, самое классное обслуживание, самая классная концепция именно в медицинской программе. То есть, за тебя подбирают, тебе дают, тебя моментально подают еду. Ты не ждешь, ты не стоишь, не сидишь, не мучаешься. Интересная, кстати, штука, сказали, что если вы захотите поесть в основном ресторане, а вы на медицинской программе, вам не накроют. То есть вот такой вот прям жесткий контроль вашего состояния, потому что ребята, потому что Эдем хочет отвечать за результат, а если он дает вам поблажку, то результата, естественно, никакого не будет. Поэтому не думайте, как хитрить, если вы находитесь на медицинской программе. Соблюдайте просто все правила. Еще нравится, что мы договаривались о визите, бронировали заранее, недели за 2-3, потому что все было забронировано. И поэтому имейте это в виду, конечно. Я не знаю, в этом году вообще, наверное, альтернативы просто нет. Если вы хотите совместить что-то с медициной и с отдыхом, таким релакс-отдыхом. Друзья, мы понимаем, что в раю не должна быть спешка, да? Ну вот, ее здесь и нет.
Москвы выдают книжечку вначале, как я говорил. Имя Кости обязательно. Что делать, как подключаться. И потом пошли все ваши спа, тренажерный зал, еда. Какие еще активности, расписание. Класс. Вот такая штука. Друзья, закончились эти 3 дня. Я стал как-то намного спокойнее. Закончились 3 дня в Эдеме, 3 дня в раю. Честно говоря, я только начал включаться. 3 дня, минус 2 килограмма. Как вы знаете, диета была у меня 1200 калорий. Хочу отметить, что именно ресторан на медицинской программе, он просто выше всех похвал. Вот это реально то, что можно рекомендовать. Потому что ты ешь маленькие порции того, что обычно я называю травой или какой-то ерундой. Это все разновидности травы, все разновидности каких-то пюре. Но оно действительно не отвратительное, оно действительно вкусное. То есть макароны из кабачка, да, или еще какая-то штука, она действительно вкусная. И это удивляет. Или салат какой-то, да. Это действительно удивляет. Меня лично сильно, любителя мяса и так далее. Это первый момент. Минус 2 килограмма за это время на процедурах. И я прошел огромное количество процедур. И поэтому минус 2 килограмма это просто обалденно. Давайте по ценам. Как вы видели, проживание в этом номере в президентском сьюте стоит где-то 1300 евро в сутки. Есть другие номера. Коротко покажем. Стандарт и люкс. То есть там цены колеблются. И цены от 200 долларов можно поймать, может даже дешевле, в стандартных номерах или в эконом-номерах. До дальше по лестнице 600, 700, 800, 1000 евро, 1300 евро в сутки. Номера все отличные. В принципе, можно брать самый простой номер и получать, кайфовать от всей инфраструктуры, что ты здесь имеешь. Добраться. Конечно, это не Баден-Баден, это не Португалия, это не Таиланд, это не Индия, это не Германия, это, я не знаю, не Испания. Самолет час. Машина, в зависимости от того, как вы едете, не забывайте, что есть участки платной дороги. Это 5-6 часов, и вы здесь, из Киева. Идеальная дорога до самого конца, никаких проблем вообще. Точно можно, ну, наверное, минимальное доступное время здесь, или комфортное, правильное время, это 7 дней. Ты за 3 дня только включаешься, вот я сейчас только включился, потому что у меня перестало хотеть есть. И мне пересталось хотеть, я не знаю, сладкого и так далее. Вот только 3 дня я только включился, и, конечно, уже надо уезжать. Сори, но пора ехать. Я рекомендую там от 7 дней. Это на 100% включает вас организм. Вы погружаете в этот ритм, вы погружаетесь в эти халаты, завтраки в халатах и так далее. Очень комфортно. Чем здесь еще можно заняться за это время? Ну, на самом деле мы даже, наверное, пятой части развлечений не попробовали. Здесь классный гольф, такой сложный, квадроциклы, охота, рыбалка, я не знаю, миллион, теннис. Сейчас еще будут включаться куча разных локаций, пляж вообще пустой. То есть все это есть, друзья, и это очень, ну, много всего, лес сумасшедший. Не забывайте про комаров. Комары здесь такие же восстановленные и на тонусе, поэтому обязательно что-то от комаров. Цены, ну, номера вы видели. Программа, на которой нахожусь я, это программа антистресс, плюс там кастомные добавления, стоит порядка 1000 евро. Да? В нее входит питание, все необходимые процедуры, рекомендации по питанию после того, как вы уезжаете. Это очень важно, да, потому что вы влюбляетесь в то питание, которое вам здесь дают. Необходимые процедуры, встречи с врачами и так далее. Есть программы и дороже, и по 5000, и по 3000 евро и так далее. Поэтому предварительно все делают под вас, вы заполняете анкету на сайте, и все это проходит очень так handmade, я бы назвал. Поэтому я считаю, что в Украине на карте мира есть отличный medical spa курорт,
ретрит-курорт, антиэйдж-курорт, курорт-детокс, который может занять хорошую, важную, такую мощную точку на карте мировых крутых спа, медицинских спа, и будет заполнен. Загрузка отеля сейчас очень высокая, рекомендуем заранее бронировать. Друзья, если вам понравился такой обзор, традиционно подпишитесь на канал, задавайте все свои вопросы по программам, по стоимостям здесь. Мы попросим Эдем ответить на все ваши вопросы. Поэтому мы едем дальше, границы открыты. Будем выбирать, куда ехать. Поэтому сейчас подпишитесь на канал и погнали дальше по миру тестировать для вас лучшие продукты, лучшие отели.